Для тех людей, которые ищут, может быть, какой-то большой бизнес, они здесь найдут большой бизнес, да. Для тех людей, которые хотят какое-то быть социализированным, какое-то сообщество, пожалуйста, welcome. Вы здесь найдете множество потрясающих друзей из разных стран. Для тех людей, которые хотят просто путешествовать, экономить собственные деньги, не переплачивать, тоже есть такая возможность. Для тех людей, которые хотят быть признанными, тоже есть возможность. Вы знаете, сегодня сложилась такая ситуация в общем-то, на мировом рынке, что очень многие люди потеряли работу. Многие остались, собственно говоря, без источников доходов. И вот это Incruises, это та уникальная компания, которая на сегодняшний день продолжает активно расти, поддерживая свой уровень. Вы можете себе представить, 400% в год. Мы растем 400% в год. Да, и мы эти темпы не снижаем даже в период карантина. Так вот, это та компания, которая продолжает расти, а самое главное, она продолжает платить всем своим партнерам. Потому что не секрет, что на сегодняшний день, да, круизы там находятся пока на стадии ожидания, но именно в нашей компании сейчас люди зарабатывают деньги, зарабатывают ту финансовую подушку, приобретя которую они потом могут спокойно себе отправляться в путешествие, иметь еще деньги на собственном кармане. Это именно та компания, которая способна платить, потому что сейчас с трудом можно найти те компании, которые готовы платить своим сотрудникам. Неважно, это какие-то корпорации или это какие-то онлайн-проекты, но тем не менее. А сейчас вот в этот период, пандемический период кризиса, очень сложно найти компании, которые готовы платить. А здесь что мы имеем? Здесь у нас есть компания, которая говорит: ребята, присоединяйтесь, давайте вместе строить клиентскую базу, а мы вам за это будем платить деньги. И здесь ничего сложного абсолютно нету. Вы понимаете, все настолько гениально и настолько просто, что грех этим не воспользоваться. И почему еще я обожаю этот проект? Я обожаю этот проект, потому что для многих мы просто открываем глаза, мы открываем совершенно другой мир. Да, у нас бизнес построен на путешествиях. Но очень маленький процент людей, которые... Меня видно... Что-то мне... Но очень маленький процент людей, которые знают, что такое круизное путешествие. И мы им открываем глаза. Мы говорим: ребята, это возможно. Мало того, это возможно через наш клуб. У нас он создан, построен на такой уникальной модели, которая позволяет вам путешествовать, экономя собственные деньги, не переплачивать. Ведь что мы имеем на туристическом рынке, когда мы обращаемся в турагентство? Мы имеем что? Мы имеем определенный продукт, туристическую услугу, которой добавляются еще проценты туристического агентства, туроператора и так далее. Здесь у нас совершенно все с точностью да наоборот. У нас есть платформа, зайдя на которую, человек может выбрать себе абсолютно любое путешествие из 5000, да, при этом получить в итоге это путешествие по цене, которая будет намного ниже, чем вообще существует на рынке, плюс еще к этому получить еще определенную скидку. Ну а для активных партнеров, как я говорю, вообще есть потрясающая возможность путешествовать за счет компании. Вот. Поэтому у нас совершенно другие предложения, у нас совершенно другая бизнес-модель, которая позволяет человеку не только еще осуществлять свои мечты, да, а позволяет человеку еще экономить собственные деньги. Сейчас время очень строгой экономии. Даже самые богатые люди, они стараются очень аккуратно тратить все свои деньги. И неважно, насколько они богаты, они с удовольствием присоединяются к нашему клубу, они видят всю вот эту вот выгоду, которую они здесь могут получить, они обожают путешествовать, и они видят, что они могут вместо одного путешествия, скажем, через турагентство, через наш клуб отправляться в 3 таких путешествия. Вы понимаете, в чем вся прелесть? То есть миссия нашей компании, когда она создавалась, состоит в том, чтобы сделать круизное путешествие не только приемлемыми для людей с обычным уровнем дохода, да, но еще и выгодными, экономными, прибыльными. Вот в этом наша фишка. А мало того, мы открываем людям глаза и показываем: слушай, ты вообще всю жизнь жил, ты о чем-то мечтал, ты в детстве о чем-то мечтал, да, у тебя были какие-то желания, да,
Ну вот посмотри уже, там часть жизни прошла. Удалось тебе осуществить свои мечты? Удалось тебе осуществить свои желания? Вот есть, где ты это можешь сделать. Ты хотела увидеть весь мир? Так вот с нашим клубом можно увидеть весь мир, воплотить все свои мечты в реальность, отправить в шикарное путешествие свою семью, наслаждаться этим роскошным отдыхом и получать 33 удовольствия в одно. Вам ни одно туристическое агентство это не предложит. Я бы очень хотела остановиться сейчас на следующем моменте. Знаете, сейчас очень такое острое время, когда на рынке происходит очень много, на рынке туризма, на рынке бизнеса происходит очень много изменений. Бизнесы банкротятся. Ну вот в связи с такой вот ситуацией, да, туристический бизнес особенно остро, кто-то включил звук, слышно, особенно остро реагирует туристический бизнес, потому что туристические агентства не могли, границы закрыты работать, они, я не знаю, кто это фонит, они вынуждены были уходить пока во временное, так сказать, во временные отпуска, вот, и что мы имеем на сегодняшний день? Многие из них обанкротились, некоторые из них вернутся, но опять-таки, какой уровень цен они предложат, какой сервис они предложат, либо им придется уже ужимать себя до невозможности, при этом они сами будут терять, вот, либо повышать опять-таки цены в связи со сложившимися условиями. А что у нас? А у нас все как было, так и есть. Благодаря нашей потрясающей партнерской программе и благодаря вот тому, так сказать, набору круизных линий, которые у нас есть на нашем сайте, на нашей платформе, люди могут беспрепятственно продолжать путешествовать. Мы только сидим и ждем. Сидим и ждем этого момента. Вот. И вы знаете, в чем еще преимущество? Вот я недавно слушала Майкла Хатчисона, буквально это было во вторник, и он говорил о том, что, вы знаете, когда мы с Фрэнком создавали компанию, мы понимали, что мы достигнем успеха. Почему? Потому что мы уникальны, мы только единственный такой клуб, который предоставляет такие услуги, да? Вот. Но мы никогда не могли предвидеть, что будет такая ситуация, которая будет еще наиболее востребована. Это что? Это возможность заниматься, внимание, большим бизнесом из дому, на дому, вести большой бизнес, который здесь реально присутствует, с кухни на кухню, имея только интернет. Вот. И вы знаете, я считаю, что это огромное преимущество нашей компании именно на сегодняшний день. Ну и кроме того, мы настолько уже соскучились по путешествиям, что уже все сидим и ждем, когда же уже откроются границы наконец. Да, они потихонечку открываются. И мы уже просто ждем, уже все равно, куда мы отправимся в путешествие. Вот. Мы уже хотим отправиться на море. И вы знаете, мы не одиноки во Вселенной с такими желаниями, потому что огромное количество людей сидят и ждут того же. Вы знаете, недавно меня один знакомый спросил, ну вот, а вот как ты думаешь, от чего сейчас люди хотят больше всего? Я говорю, вот больше всего, наверное, люди соскучились за время карантина, за нормальным общением, за какими-то путешествиями, за просто за каким-то получением удовольствия от этой жизни. И я вам хочу сказать, что вот опять-таки, наверное, только здесь, только на нашем сайте, в нашей компании, на нашей платформе можно найти такой огромный выбор. У нас есть абсолютно все. И когда бродишь по этой поисковой системе, уже даже не знаешь, как спланировать, допустим, этот год. Потому что благодаря нашему проекту можно за 5 лет реально посетить весь мир, 50 стран. У нас и Арктика, Антарктика, Галапагосские острова, Австралия, Новая Зеландия, Бора-Бора, Карибский бассейн, Тихий океан, все, что хочешь. Любое круизное путешествие начинает от одного дня до полугода. То есть кто мы такие, в принципе, в чем наша уникальность? Наша уникальность состоит в том, что мы из себя представляем вот такую вот платформу, да, онлайн-платформу, на которой соединяются две составляющие. С одной стороны, поставщик услуг, это круизные линии, да, а с другой стороны, пассажиры, это мы с вами, пассажиры, партнеры, круизеры. Кто-то просто в круиз отправляется, кто-то еще на этом деньги делает. У каждого из нас есть выбор, и мы выбираем. И компания нам не запрещает. Хочешь путешествовать, зарабатывать, пожалуйста. Хочешь просто путешествовать, экономить, платить меньше всего на рынке, пожалуйста.
Вы понимаете, нету больше такой платформы. Мы единственные, единственные, неповторимые. Вы знаете, вот если бы меня, например, на сегодняшний день спросили бы, да, вот, а вот если бы Booking сейчас начинал свою деятельность и предложил бы тебе вот такое участие, да, вот в партнерскую программу, ты бы пошла туда, я бы сказала, конечно, да. Или Airbnb, да, я бы тоже сказала да, потому что мы сегодня видим, какое количество людей, практически каждый второй или каждый первый уже заказывает свое путешествие через Booking. Потому что человек что хочет? Человек хочет получить самую низкую цену, человек хочет получить то, что он хочет реально, и как можно меньше зависеть от каких-то посредников. Потому что практика показывает, как только появляются какие-то посредники, всегда возникают какие-то коллизии, какие-то ситуации, которые приводят, извините меня, иногда к потере денег. Что происходит у нас? А у нас происходит все с точностью наоборот. У нас на нашей платформе абсолютно невероятный поиск круизов до 5000 и больше. И каждый раз мы добавляем новые круизные линии. Да? И у нас возможность выбирать то, что ты хочешь, когда ты хочешь. И самостоятельно контролировать свое путешествие. Потому что что происходит в мире сейчас, да? Вы покупаете пакетное путешествие, отправляете с него замечательно. А если вдруг происходят вот такие ситуации, как была с пандемией, то что? То вы меня извините, вам ни одно туристическое агентство не гарантирует никаких возвратов. Они вообще вам деньги не способны вернуть, потому что они уже заранее их проплатили. Что происходит у нас? У нас мы заплатили своими круизными долларами за свое путешествие. Не состоялось путешествие, к нам наши деньги вернулись обратно. Почему? Я вам чуть позже этот вопрос освещу более детально. Потому что у нас есть определенные гарантии. И до тех пор, пока мы не получаем свои услуги, нам деньги возвращаются в 100% объеме. Покажите мне такую компанию, которая вам вернет деньги в случае несостоявшейся поездки в 100% объеме. Они физически этого не смогут сделать. И вы знаете, я все больше и больше впадаю в так называемую эйфорию, когда я вижу, каким образом у нас наши туристы пережили вот этот период начала пандемии, находясь в путешествиях, когда круизное путешествие по Средиземноморью должно было закончиться в Риме, и у людей не было возможности, потому что закрыли порт, выйти на берег. Круизная линия, круизный лайнер отправился в следующий порт, он тоже был закрыт, следующий порт закрыт. За каждую остановку и невозможность сойти на берег круизная линия платила каждому пассажиру по $100, так называемые неустойки, да? Извините нас, пожалуйста, у нас не получилось вам показать, так сказать, то, что вы могли бы увидеть. Да это просто потрясающе. Мало того, поскольку поездка продлилась на 5 дней, естественно, никто за нее не доплачивал, и у людей пропали авиабилеты. И оказалось так, что в конечный порт там был Марсель, и круизная линия купила билеты за свой счет и оплатила трансфер из порта в аэропорт. Вы меня извините, когда в прошлом году, 23 сентября, родоначальник туризма, компания, всемирно известная британская компания Томас Кук, обанкротилась, 600 тысяч пассажиров одновременно остались в разных уголках света и выбирались кто как мог. 150 тысяч туристов были только подданы Великой Британии. И это была одна из самых крупных эвакуационных кампаний, в которой была задействована гражданская авиация. Вы можете себе это представить? Насколько все это было сложно осуществить? И вот это банкротство вызвало цепочку таких вот целых штормовых реакций со стороны других, потому что на Томас Кук завязано очень много туристических компаний, я это знаю, потому что у меня много коллег и в онлайне работает и так далее, они делились, они говорят, это просто невероятно, потому что у нас штормит, потому что вот все эти бронировки и так далее, они все взаимосвязаны. У нас этого нету. У нас прямые договора со всеми круизными линиями, у нас есть определенные договоренности, нас очень любят. И в случае возникновения подобных ситуаций мы никогда ничего не теряем. Вот. Поэтому приглашаю всех, кто еще никогда не был в круизе, вот просто задуматься над тем, а вот как я жил до этого дня, да? А какие у меня вообще планы на жизнь? А может быть остановиться и задуматься?
а что мне еще хотелось бы в этой жизни сделать? Ведь она очень быстротечна. И порой мы строим планы, потом мы откладываем их на завтра, послезавтра, а завтра, послезавтра снова становится сегодня, и мы так сами себя обманываем, мы так и живем по инерции, да? Вот. А вот задуматься и подумать, а что лично я, чего лично я хочу? Какие у меня желания? Потому что когда вы в себе пробудите вот эти желания, у вас появится больше настроя что-то сделать. И вот мы сегодня проводим эту презентацию именно для того, чтобы немножечко вернуть ваши мечты в реальность и подтолкнуть вас к тому, что вы знаете, вот сегодня это время и место. Потому что вот есть такой проект. И вы в правильном месте, с правильной компанией. Вам стоит только задуматься, построить свои планы, приложить чуть-чуть усилий, и вы уже можете свою семью, своих родных, близких, друзей отправить в роскошный круиз. В роскошный круиз отправить детей, папу, маму, пожилых родителей, друзей, показать им абсолютно другой мир. Потому что круизный лайнер – это такое мега 5-7-звездочный курорт, который следует постоянно за вами. Каждый день вы в новом порту. Вы смотрите новую страну, новый город. За 7 дней вы можете посетить 3-4 страны. А мало того, еще здесь можно еще хорошо зарабатывать. Есть возможность просто путешествовать, не вопрос. Путешествовать, получать самые удобные, самые приемлемые цены, которыми вы будете просто поражены. Вот. И вторая возможность – это путешествовать и зарабатывать деньги. Каждый выбирает для себя. Но как только вы окажетесь на круизном лайнере, погрузитесь в эту шикарную атмосферу, будете, так сказать, освобождены от этой необходимости паковаться, распаковываться, куда-то переезжать, в новый отель, новый перелет или новый автобус или какой-то из города в город, вы ощутите себя просто королем и королевой, потому что там все, сервис построен таким образом, что все предусмотрено для вас. Круизная индустрия – это одна из самых богатых индустрий туризма. Это индустрия, в которую вкладываются сейчас огромные деньги, потому что она становится востребована все больше и больше. Один раз люди пробуют, и 82% людей уже возвращаются туда снова и снова, опять-таки по тем же причинам. Первое. Отпуск, как правило, неделя, а то и 10 дней. Да? Хочется увидеть побольше релаксировать, не уставать, не перегружаться, получить больше эмоций, насладиться этой жизнью по полной, получить массу удовольствия, да, и побольше увидеть, подышать морским воздухом. Это просто потрясающе. На лайнере есть абсолютно все. На лайнере есть всевозможные развлечения, которые доступны каждому. 24 часа в сутки – это эксклюзивная еда, которой вы наслаждаетесь в свое удовольствие. Это отдельные палубы для детей, где вы можете оставить своего ребенка и провести время в романтический вечер где-то с бокальчиком шампанского, с видом на закат. Да? Это всевозможные представления, профессиональные представления, за которые вам на суше придется платить отдельные деньги. Здесь все включено. Здесь масса спортивных мероприятий. У вас не хватит времени даже, наверное, за неделю обойти весь этот круизный лайнер. Это парки, сады, фонтаны, всевозможные развлечения. Это надо попробовать. И один раз попробуйте, а вам захочется туда вернуться снова и снова. Факты индустрии говорят сами за себя. Потому что из вот той вот туристической глыбы, которая составляет 8 триллионов долларов США, круизная индустрия все больше и больше занимает место, и в ближайшие 10 лет планируется спуск новых потрясающих лайнеров на воду. И кризис этому не помеха. Круизные линии сейчас готовятся к своим круизам, и они обновляют все протоколы обслуживания клиентов. Это то место, где вы получите максимальную заботу и максимальное медицинское внимание. Потому что на каждом круизном лайнере есть свой госпиталь, есть состав медперсонала. Сейчас он увеличивается, сейчас
пересматриваются санитарные нормы. Сейчас госпиталя на круизных лайнерах обновляются всевозможным оборудованием, в том числе дыхательными аппаратами и так далее и тому подобное. Это именно то место, где вы будете себя чувствовать в наибольшей безопасности, потому что круизные лайнеры всегда обладали таким сервисом, они всегда должны были быть готовы к различным заболеваниям, а сейчас тем более. И вот они уже готовятся сейчас к будущим круизам. Рано или поздно они уже стартанут. Я думаю, что скоро. Вот этот вход будет проходить постепенно. Сначала это будет Австралия, Новая Зеландия, Китай, Азия. Потом это будет Северная Европа и Средиземноморье. То есть степ-бай-степ они потихонечку в лайнеры будут спускаться на воду. Но те планы, которые были у круизной индустрии, это за ближайшие 10 лет еще спустить на воду 50 лайнеров, они все в силе. Я хочу обратить ваше внимание, что стоимость каждого лайнера – это от 1 миллиарда до 6 миллиардов долларов в зависимости от палубности наполнения. И около 73 миллиардов долларов еще тратится сейчас на обустройство гаваней различных. Это в Турции, это в Одессе там, и так далее, в различных частях света. О чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас туда идут огромные инвестиции богатых людей, которые заранее просчитали возможность получения огромных прибылей. То есть мы с вами вообще находимся впереди планеты всей в шикарном проекте, в шикарной индустрии, наиболее гибкой индустрии. Вы видите, она одна из первых войдет, стартанет, и одна из первых вернет своих пассажиров обратно. Мы с вами в правильном месте и в правильное время. И хочу сказать, что, вы знаете, рынок огромный, у нас продукт уникальный, рынок огромный, 20% только, 20-25% туристов из Соединенных Штатов Америки и Канады сейчас путешествуют в круизах. Остальные нет. В Европе 10%, ну 12% путешествуют, остальные нет. Но в Украине, в таких странах, как мы, это вообще 2%. Почему? Потому что люди думают, что это сказка, что это очень дорого, и многие не знают, как это возможно. И вот, а мы здесь для того, чтобы показать, ребята, это возможно, причем по очень приемлемым ценам. Порой это даже дешевле, чем отдых на берегу, но намного выше классом обслуживания. И мы здесь несем вот такую вот, знаете, красивую миссию. Мы показываем людям возможность, что им можно путешествовать, наслаждаться жизнью. Что нужно человеку в жизни? Нужно человеку побольше путешествовать, иметь время для этих путешествий, да, для своей семьи. Человеку нужны деньги, вот, и человеку нужны удовольствия. Вот это то, что мы даем. И поэтому я думаю, что никакой другой проект таких возможностей не предоставляет. Наша компания всего за 4 года уже сделала огромный прорыв. Мы были основаны в 2015 году 24 августа, а начали активно работать с января 2016 года. Вот за эти 4 года, 4,5 года, мы уже активно развиваемся в 178 странах. Вы можете себе представить? Это практически целый мир. И скажу вам честно, я иногда общаюсь со своими друзьями в онлайне и так далее, они уже все знают. Кто-то из них в Танзании, кто-то да, из Занзибара, кто-то из Южной Африки. Многие уже знают, это уже становится таким вот именем на устах в разных семьях. Люди уже знают об Incruises. Мало того, они уже тут. И мне порой бывает очень обидно, почему не я им донесла вот эту вот всю потрясающую новость, да? Наш сайт уже на 16 языках, на 17 языках, пардон, это уже устаревшие данные. И языки все время добавляются по мере того, как быстро развивается тот или другой, та или другая страна, тот или другой языковый регион. Это невероятно, но именно вот в условиях кризиса мы растем еще быстрее. Мы растем еще быстрее, наш сайт все время обновляется, добавляются новые курсы, новые языки там и так далее. Огромная работа делается. Вот мы не стоим на месте, нам некогда отдыхать. И самый главный факт нашей компании состоит в том, что еще ни один турист не прогадал здесь. Все 100% туристов, которые путешествовали через Incruises, они получили экономию своих денег по сравнению с тем, что предлагают туристические агентства. 100%. Даже просто туристы, которые приходят путешествовать,
не хотят там заморачиваться какими-то там телодвижениями, чтобы получать деньги, они все равно получают здесь выгоду. И нас туристические агентства не любят, я вам должна сказать. Поэтому, если вы хотите советоваться с кем-то из турагентства, я думаю, что, скорее всего, этот турагент постарается как-то показать свою значимость и чуть-чуть приуменьшить нашу значимость. Почему? Потому что, первое, мы предлагаем самые низкие цены, да, а второе, зарегистрировавшись один раз в нашем клубе, они уже своего клиента теряют навсегда, потому что ему уже не захочется туда возвращаться, потому что у него здесь есть абсолютно все, что ему нужно. Потому что в туристическом агентстве, как правило, ограниченное количество договоров с ограниченным количеством круизных линий. Там вы зависите от турагентства, здесь вы сами себе придумали путешествие, вам приснилась Пальма де Майорка, вы решили себе заказать круиз, вы себе открыли сайт, заказали любой круиз, мы вас этому научим. И отправили свое путешествие. Не состоялся круиз, ничего страшного, получили свои денежки обратно. Все у нас продумано, все сделано в соответствии с международными стандартами, с любыми требованиями и так далее. Поэтому я очень горжусь этой компанией, я обожаю эту компанию. Чем больше я о ней узнаю, тем больше я понимаю, боже, ну насколько это надо быть гениальными людьми, которые создали вот такой проект, это одно. А насколько нужно быть гениальным, насколько нужно быть потрясающими личностями, когда люди ведут этот проект, когда они его уже развивают. И вот на этом слайде я очень хочу, чтобы вы обратили внимание. Это два наших соучредителя. Майкл Хатчетсон, Фрэнк Одино. Это два человека, которые на своих деньгах, не на заимствованных деньгах, основали эту компанию. Это люди, у которых есть определенная репутация. Это люди, у которых очень много заслуг. Но для меня важно другое. Для меня важно, лично с Майклом Хатчетсоном знакома, была такая удача. Для меня важно другое, что это не безликая компания, что это те люди, которые постоянно с нами на связи, которые постоянно нас поддерживают, которые постоянно нам дают что-то новое, какие-то новые фишки, новые толчки, обновляют работу компании, идут навстречу своим партнерам и туристам постоянно. И самое главное, что они к нам каждый год приезжают. Вот в этом году должен был приехать Фрэнк Одино, но в марте, но вот, может быть, приедет позже. Майкл каждый год приезжает в Киев, в Украину. Он ездит абсолютно по всем странам, где у нас 178 стран, да, может быть, он, может быть, кто-то еще из руководства, где у нас работают активные партнеры. У нас около 200 тысяч активных партнеров по всему миру практически. Так что для меня важно именно вот это. И это люди, этот человек, Майкл, с огромным сердцем, с большой душой, полон любви, и вот он эту миссию несет с таким, знаете, вот... с таким красивым, с таким красивым отношением к людям. За это я очень люблю эту компанию. Потому что часто бывает так, что люди вступают в какие-то проекты, где-то там этот владелец, кто там этот владелец, никто не знает. Где-то там что-то имя фигурирует, как-то это называется. Вот. А здесь для меня вот этот факт очень важен. Я думаю, что это важно для всех. Мало того, Майкл Хатчетсон регулярно, каждый месяц проводит личные вебинары. Майкл Хатчетсон периодически, раз в три недели проводит встречи для своих лидеров. То есть он постоянно на связи. И вы даже можете отправить ему письмо с какой-то просьбой. А что еще важно? А важно еще то, что за вот эти 4 года бизнес показал уже себя как реально проверенный бизнес, который дает возможность людям заработать не маленькие денежки, вот такие денежки, вот такие денежки и вот такие денежки. Вот на этом слайде вы видите людей, которые зарабатывают вот такие денежки. И почему он называется проверенный бизнес? Потому что сюда пришли люди из разных сфер, с разным образованием, разного возраста, разное финансовое положение. Но они увидели здесь безграничные возможности. Да, они начали зарабатывать свои 2-3 тысячи и так далее. Но когда они поняли, что здесь можно зарабатывать реально большие деньги, они просто с головой окунулись в этот бизнес. И это говорит о том, что любой из вас, точно так же, как и они, могут достичь этого высшего уровня. В прошлом году это был еще уровень борд-директора. Здесь вы видите наших борд-директоров. Вот здесь их 9 человек, а на сегодняшний день их уже 12 человек. И вот этот рост произошел.
за период карантина, с декабря по март месяц, за период карантина у нас добавились новые борд-директора. Вы можете себе это представить еще где-то? Период карантина, период кризиса, у нас добавляются борд-директора. Это просто невероятные возможности. Разные люди, которые посвящали этому бизнесу. Вот Сантьяго, это первый слева, который начинал этот бизнес, когда частичная занятость в дополнение к своей работе по фиксации окон на небоскребах, да, он вышел на уровень борд-директора из Пуэрто-Рико. Наташа наша Шевелла, первая справа. Это вообще один из первых борд-директоров, который образовался в Incruzes, и человек пришел сюда, четко понимая, что она здесь может заработать. Пришел с определенным уровнем, скажем так, долговых обязательств, но которая вышла на такой потрясающий уровень. Это ребята из, молодые ребята из Испании, Андоры, 25-30 лет. То есть все возможно. Это Сингапур, это Корея, это Япония, это Россия, это Казахстан. Ребята, сайт на 17 языках, языки добавляются. Всего достаточно для того, чтобы продвигать этот бизнес. У нас клуб, который несет огромную ценность людям, показывает, вот что это возможно, что у нас замечательно, мы включены в замечательные программы. У нас две программы, в которые мы вносим свои пожертвования. Это программа Clean Up Ocean, которую мы стартовала в прошлом году, и мы ее финансируем, 10% прибыли отправляем. И программа для людей с, для детей с критическими заболеваниями, которые отправляются в наше круизное путешествие бесплатно. Потому что нахождение в круизе меняет не только вот эту картинку, превращает сказку в реальность, а еще способствует оздоровлению организма, да. И есть исследования японских ученых, что, побывав в круизе, недельное пребывание на зеркале воды способствует и нормализации, саморегуляции функций организма, и омоложению. Поэтому посмотрите на вот этих богатых американцев, которые себе позволяли эти круизные путешествия, выглядят спортивными, здоровыми, молодыми. У нас это все в наших руках. Каким же образом можно здесь зарабатывать? Вы знаете, все зависит, в принципе, от ваших планов. Зарабатывать очень легко и просто. Что мы делаем? По сути дела, мы строим клиентскую базу для круизных линий. И неважно, что сейчас круизы стоят. За это время мы зарабатываем себе, как мы уже говорили, финансовые основания. Первое, мы зарабатываем себе наши доллары на путешествия, и мы себе зарабатываем наши доллары на свой карман. Нам компания платит дважды. Итак, у нас очень простой, в принципе, план. Проще не бывает, как и все остальное гениальное. В нашем компенсационном плане есть 5 видов бонусов, но все они сводятся к одноразовым выплатам и к постоянным многоразовым выплатам. Первое, с чего мы начинаем приглашать в наш клуб партнеров, туристов. Вот, собственно говоря, что мы делаем, да? Мы делимся информацией, мы приглашаем людей на презентацию. Человек, прослушав презентацию, думает, хочу я сюда присоединиться или нет, нравится мне этот проект или нет. Он решает присоединиться. Он решает присоединиться и заниматься здесь не только отправляться в путешествие, ему все это нравится, но на сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, что людей интересуют деньги. А здесь деньги платятся быстро и без всяких проволочек. Это Incruzes, как я люблю говорить, это money-making machine. И все, что нужно сделать, просто пригласить человека в наш клуб, который будет точно таким же образом пользоваться и услугами, и заниматься рекомендациями. То есть точно таким же образом увеличивать клиентскую базу для наших круизных линий, за что нам щедро платят. Пригласили вы первого такого человека, вам заплатили $50, второго – 60, третьего – 70, четвертого – 80, пятого – 90 и так далее, до 150. Десятый партнер принесет вам $150, если вы пригласили этих людей в течение одного месяца. Месяцем считается тот период, с какого вы вступили в клуб. Например, сегодня 17 число, с 17 по 17. Вы можете пригласить и 20 человек, только за каждого последующего после 10 тоже будете получать по $150 одноразового бонуса. По-моему, неплохо. Вот. Когда вы приглашаете в наш клуб просто путешественника, человека, который хочет экономить собственные деньги, сам себе накапливать на путешествие и просто экономить на собственном путешествии свои деньги, вы за регистрацию такого человека получаете $20.
Немного, но в этом тоже есть свои положительные моменты. Почему? Потому что как только вы пригласили в свою команду 5 человек, как только по вашей ссылке присоединилось к клубу 5 человек, вы становитесь уже безоплатным круизером. Что это, я вам сейчас расскажу. Вот. Но как только в вашей команде образовалось 30 человек, вы уже начинаете получать постоянные выплаты. То есть 50, 60, 70, 80, 90 и так далее, это были разовые выплаты за то, что к вам человек присоединился. А когда ваша структура продолжает расти, и неважно, присоединились люди по вашей ссылке или присоединились по ссылкам ваших партнеров, это все считается ваша структура, в вашей команде уже 30+, вам компания говорит: хорошо, с этого момента мы начинаем оплатить постоянные месячные выплаты. И это $600. Я специально увеличила вот этот слайд, чтобы вы посмотрели, что, вы знаете, сделав вот все-таки несколько рекомендаций, можно в этом клубе зарабатывать. И на сегодняшний день для многих $600 – это серьезные деньги. А если вы еще постараетесь и вместе со своей командой, со всеми своими 5-15 людьми будете дальше продолжать промотировать наш клуб и предлагать присоединиться, у вас уже сможет быть и 100 человек в вашей команде. И это небольшая такая вот проблема, потому что вы работаете все вместе со своей командой. Это реально командная работа. Вы помогаете друг другу, вы помогаете другим расти, помогаете другим зарабатывать и сами зарабатываете. И вот в вашей команде уже 100 человек, у вас уже $2000. $2000, я думаю, это уже более-менее серьезные деньги. Над этим надо задуматься. Как это делается, мы это все рассказываем, мы этому обучаем. Как только в вашей команде 250 человек, извините, это уже $5000. И хочу вам сказать, что вот на такие цифры 5, 10 тысяч, 2 тысячи, в нашем круизном клубе выходит сейчас очень большое количество людей. Я постоянно получаю нотификации от компании и вижу. Вот буквально вчера Швеция, Норвегия, Эстония, выходят новые люди на вот эти ранги и получают уже по 2 тысячи, по 5 тысяч в условиях карантина, те, которые присоединились в январе месяце. Это все реально. Только обратите на это внимание, посмотрите это как на возможность зарабатывания денег. Ну, не хочу этим пугать, но, тем не менее, потолка у нас пока никто не достиг. Потому что те люди, которых вы видели на, как борд-директоров, они вышли вот на вот этот уровень. Они получают больше $50000 в месяц. Но когда Майкл увидел, что у нас уже 12 человек достигли такого уровня, когда Майкл увидел, что компания продолжает расти невероятными темпами, потому что 400% – это невероятный рост. Любая более-менее успешная компания, занимающаяся прямыми продажами, в лучшем случае имеет 10%. А вообще те, которым уже за 50 лет, многие их знают, да, на рынке, они растут 5-6% в год. Мы 400%. Мы реально становимся у всех на устах. У нас уникальный продукт, такого нету. У нас за патентованные круизные доллары, которых ни у кого нету, у нас вот эта партнерская программа, которая дает возможность увеличения этих долларов, да, и у нас запатентованное имя. Мы единственные, первые и неповторимые. Поэтому Майкл объявил новый ранг, он называется амбассадор. Ну, это уже вообще такие страшные цифры, но тем не менее практика показывает, если есть жгучее желание, если вы четко понимаете, ради чего вы это делаете, вы поставили себе за цель, то вы обязательно этого достигнете. Мы приглашаем вас в команду для того, чтобы осуществлять эти мечты вместе и двигаться вместе, помогать друг другу. Так вот, хочу вам сказать, что у нас есть еще стимул-программа. В дополнение к тому, что у нас вот такие щедрые и очень регулярные выплаты, у нас компания еще платит нам дополнительные деньги. Есть у нас программа, которая называется «Быстрый старт». Что это за программа? Она включает в себя как бы два этапа. Первый – это как только к вам присоединилось 5 человек, вы получаете безоплатное партнерство в нашем клубе. С этого момента вам Incruises начинает платить на ваш круизный счет по $200. Вот. И если это произошло в течение одного месяца, вам компания еще дарит $250. Круизные доллары – это те доллары, которые вы расходуете только на путешествие. Но вы помните, я вам говорила, мы зарабатываем дважды. Мы зарабатываем в круизных долларах
и в американских долларах. За регистрацию, за рост членов клуба мы получаем в американских долларах на свой кошелек. И по 200 долларов мы получаем от компании на свой круизный счет, если мы присоединили 5 человек. Это сложно. Вы всегда найдете вокруг себя людей, которые захотят только спросить, ты хочешь экономить на собственных путешествиях, ты хочешь платить меньше, чем все остальные, пожалуйста, присоединяйся к клубу. А когда вы станете безоплатным партнером, поверьте мне, у вашего человека, который к вам пришел, тоже появится желание быть безоплатным партнером. И мы будем этому безумно рады, и мы будем вам и ему помогать. Потому что если ваш партнер вырастет, значит и вы вырастете. У него появится еще по 5 человек, и у вас появится уже 30. И вы выйдете на ежемесячные выплаты. Это не замечательно? Покажите мне такую компанию, которая только за счет привлечения партнеров так платит. Итак, следующий этап вот этой программы быстрого старта. Как только в вашей команде, всех вместе, образовалось 30 человек, неважно, как они пришли к вам, вы получаете от Incruises еще дополнительно 3000 долларов. Как они платятся? На ваш кошелек. Как они платятся? С 4 месяца вы выходите на месячную выплату, это 600 долларов, помните по нашей таблице, плюс 1000 долларов поощрительных. 5 месяц 600 долларов плюс 1000 долларов поощрительных. 6 месяц 600 долларов плюс 1000 долларов поощрительных. Замечательно? Да это просто потрясающе. И за эти 3 месяца ваша структура продолжает расти, и вы вот по той табличке, помните? Вы уже выйдете на уровень 100 человек в вашей команде, и ваша ежемесячная выплата будет составлять уже 2000, а может быть и 3. Все зависит от ваших желаний, и все зависит от ваших усилий. Мы здесь для того, чтобы вам помогать, потому что мы сами хотим достичь больших высот. И поэтому мы к себе приглашаем тех людей, которые хотят развиваться, которые хотят и зарабатывать, и путешествовать. Мы показываем только, как это возможно. А на уровне executive, это один уровень ниже от борд-директора, компания нам дарит такой прелестный подарок, как часы Rolex. В чем состоит наше уникальное преимущество? Во-первых, мы получаем доступ к вот этой всемирной базе круизов. Да, мы можем выбирать любой круиз. Во-вторых, у нас есть запатентованная торговая марка «Круизный доллар». За каждый доллар, который мы себе откладываем на свое путешествие, мы получаем 2 круизных доллара. И членство у нас очень простое, в принципе, да? Каждый человек, который хочет только путешествовать, он активирует свой круизный счет и откладывает туда свои доллары, накапливает себе на путешествие. Каждые 100 долларов компания увеличивает в дважды. То есть, отложив только 100 долларов, вы на своем круизном счете имеете уже 200 круизных долларов. Вы же хотите путешествовать, правильно? Конечно. Значит, каким образом можно путешествовать, получая вот такие вот скидки, такие цены, которые у нас? Да? Значит, у нас есть программа накопления, когда вы откладываете сами себе на свое путешествие, без права стащить оттуда 20-30, да? А наоборот, вам компания говорит, да, мы еще вам увеличим эти деньги, вы сэкономите на цене, вы будете очень приятно удивлены. И буквально на 15-й день, через месяц вы уже можете использовать свои доллары, найти себе путешествие по тем деньгам, которые у вас есть, и отправиться, в принципе. Это не проблема. Вот. Но вы участвуете вот в этой накопительной программе, где за каждый ваш доллар вам компания дает 2. По-моему, это уже очень много. Каким образом нам платят деньги, те, которые мы получаем себе на карман? Нам платят их на круизный кошелек, который мы подсоединяем либо к карточке Pioneer, либо к системе HyperWallet, либо PayQuick, либо PayOut. В наш пакет членства в клубе карточка MasterCard Pioneer, она включена. Итак, мы зарабатываем круизный доллар на свой круизный счет, и наши денежки вот таким образом, как только что было показано на слайде. Деньги поступают мгновенно, кликните только необходимую сумму перевести из кошелька
столько-то на свой, допустим, Pioneer, и мгновенно деньги поступают на эту карточку. Первая опция, о которой мы только что говорили, это опция быть просто круизером. Это для тех людей, которые хотят только путешествовать. Они обожают путешествовать, они хотят увидеть весь мир. Для них существует вот такой вариант подсоединения к клубу. Они активируют свой круизный счет и откладывают туда 100 круизных долларов. Компании не платятся никаких комиссионных. Это собственные деньги, которые человек себе накапливает на свое путешествие. У него образуется свой идентификационный номер. Когда он находит путешествие в нашей базе, он просто вносит туда свой номер, и компания списывает эти деньги с его круизного счета. Он отложил 100 долларов, компания их тут же удвоила. На свой круизный счет он получил 200 круизных долларов. А при условии, что у нас есть минимальная цена круиза в 50 долларов, да, да, есть такая цена на лайнер, это однодневные круизы, то это фантастика, да? Следующий месяц, проходит месяц, он себе снова откладывает на свое круизное путешествие. Он же хочет попутешествовать, правильно? Он себе накапливает, это накопительная программа. Он не компании платит, он себе любимому откладывает на путешествие. И снова компания их увеличивает, снова увеличивает в два раза. Таким образом, у человека за год накапливается 2000 круизных долларов. Но он их может использовать в любой момент, на любой круиз, который он захочет. Взять с собой своих друзей, свою семью, выбрать любую кабину, которую он хочет. Это может быть кабина с балконом, либо это какой-то двухэтажный сьют на 4 человека или на 2. Любую кабину он выбирает, оплачивает своими круизными долларами, может брать членов своей семьи или друзей. Не вопрос. Это возможно. Он приобретает круизы дешевле, он отправляется в путешествие, он смотрит весь мир. Программа построена таким образом, чтобы больше вдохновлять людей к путешествиям и показывать, как это замечательно. Почему, опять-таки, вы не забывайте, мы обеспечиваем наши круизные линии постоянными клиентами. А самое главное, что когда вы вернетесь из этого путешествия, у вас, знаете, вот эта реклама из уст в уста будет работать просто невероятно, потому что вы захотите поделиться этим со всем миром. Когда вы обнаружите, что на круизном лайнере с вами путешествуют пассажиры, которые заплатили, извините меня, порой в два или в несколько раз дороже, вы будете приятно удивлены благодаря вот этой нашей программе лояльности. Вы себе выбираете любой круиз на нашем сайте. Выбирается, он очень легко и просто, мы вас этому обучаем. И мы показываем, как можно делать резервацию. Если же вы хотите заниматься бизнесом, вот так как я, да, пожалуйста, добро пожаловать. В таком случае вы платите один раз в год при регистрации компанию уже. Да, компании тоже что-то надо заплатить за право пользования франчайзингом, за право пользования веб-офисом, который у нас просто потрясающий. В этом веб-офисе есть абсолютно все для того, чтобы развивать этот бизнес онлайн, офлайн. У вас там уже предоплаченная мастер-карта, помните, Pioneer? У вас там вход в вебинарную комнату, вот такую, в которой я сейчас сижу и веду с вами беседу, на 3 человека безоплатно. Вы можете организовывать онлайн-встречи с любой точкой мира. У вас там масса видео, презентационных материалов, рекламных видео, курсы на нашем сайте, которые вы только кликнули, прослушали, доступы к записанным тренингам от руководства. У вас даже формируется макет вашей бизнес-карты автоматически. Вам только нужно кликнуть на кнопочку и распечатать. У вас программа дупликации в Фейсбуке. У вас есть абсолютно все, что нужно для нормального бизнеса. И все это стоит в первый год аж 195 долларов. Вы меня извините, где найти такой офис, который можно снять, да? Или начать бизнес за такую мизерную цену? Это просто невероятно. Все изобретено для вас. На 17 языках вам стоит только кликнуть на кнопочку, и сайт автоматически переводится на все остальные языки. И на сайте есть абсолютно вся информация, которой можно поделиться, ее можно проверить. Документация, договора с компанией. Есть масса видео от людей, которые путешествовали из разных стран. Вам не нужно ничего изобретать. Вы только включаете сайт и показываете своим партнерам. Вот, вот, вот. И все. Вот сложно? Я думаю, нет. Итак, если вы решили заниматься бизнесом, в таком случае ваш платеж будет состоять из двух частей. 195, помните, это за годовая плата, за первый год. Каждый последующий год мы платим уже 95 долларов. Я не вижу никакой проблемы с этим. На мой взгляд, это наоборот очень мизерная цена
за вход в такой глобальный бизнес, который приносит такие сумасшедшие деньги. $295, которых 195 – это регистрация на сайте, возможность получения доступа к вот этому шикарному веб-офису со всеми инструментами, со всеми ресурсами для ведения бизнеса. И второе – это активация вашего круизного счета, где у вас есть доступ к глобальной базе круизов. И вы спонсируете $295, мгновенно получаете на свой круизный счет 200 круизных долларов, и у вас бизнес уже готов. Все, вперед из песни, можно только развивать. Некоторые люди спрашивают, а можно на 195? Я вам задам такой вопрос. 195, что это такое? Это просто доступ к вашему веб-офису. А что вы будете предлагать? Да? Вам же нужно показать, что у вас в принципе есть. Мы вообще-то не продаем круизы, мы вообще ничего не продаем. Мы обучаем, мы показываем возможности и обучаем, как пользоваться поисковой системой, как пользоваться веб-офисом, и как присоединиться, и как здесь зарабатывать. Все. Так вот, для того, чтобы вести бизнес, нужен доступ к веб-офису, нужны вот эти все инструменты, в которые компания вложила миллионы долларов. Вот. Поэтому построить бизнес только на присоединении 195 вряд ли получится, потому что если человек к вам присоединится тоже на 195, у него тоже будет только доступ к веб-офису. А дальше что? За присоединение к веб-офису компания денег не платит. Поэтому даже если вы разобьете вот этот свой платеж, вступительный взнос на два этапа, вы зайдете на 195, получите свою реферальную ссылочку на сайт, я забыла об этом сказать, да, у вас своя реферальная ссылка на сайт, и вы можете эту ссылочку отправлять кому угодно, вы можете начать бизнес, к вам кто-то присоединится, вы получите только прямой бонус за регистрацию, можете сделать апгрейд и зайти на полный пакет, то есть доплатить вот эти $100, у вас тут же на круизном образуется 200 круизных, и стартовать нормальный бизнес. Люди будут повторять за вами, люди будут вас дуплицировать. И чем проще, чем быстрее вы войдете вот на $295, ваши партнеры тоже будут вас дуплицировать. Потому что те деньги и безоплатное партнерство, которое мы имеем, мы можем получить только на опции полноценного партнерства, когда мы и круизеры, и когда мы партнеры компании. То есть заплатили 295, присоединили первых 5 человек, неважно, кто они такие, получили свое безоплатное партнерство и строите свой бизнес дальше. Но если вы сосредоточены на построении бизнеса, значит, вам нужно и таких же людей привлекать, которые хотят и путешествовать, и заниматься рекомендациями. Без реферальной ссылки на сайт зайти невозможно. Поэтому эту ссылку нужно иметь. И неважно, когда ваши партнеры присоединились до вас, после вас, вы присоединитесь до меня, после меня, у нас у всех одинаковые шансы. Мы все независимые партнеры компании Incruises. И кто-то растет быстрее, кто-то медленнее. Каждый выбирает для себя свой темп. Но поверьте мне, все, кто один раз попробовали, поймут, как все-таки здесь прекрасно платятся деньги, им это понравится. И у нас рано или поздно эти люди достигнут успеха. Итак, как только вы присоединили первых полноценных 5 партнеров, таких же, как и вы уже получили возврат своих инвестиций. Потому что вы помните, 50, 60, 70, 80, 90, все вместе это 350 американских долларов вы получаете на свой кошелек. А вложили всего 295. Вы вернули свои инвестиции, потому что я уверена, в окружении каждого человека найдется 5 человек, которые захотят путешествовать и которые захотят зарабатывать. Еще больше найдется. У вас уже возврат ваших инвестиций, и вам компания говорит, спасибо вам большое за промоушен. Теперь мы вам будем, вам не нужно откладывать $100 каждый месяц на свой круизный счет. Вы для нас сделали рекламную кампанию. Мы вам будем откладывать на ваш круизный счет 200 круизных долларов каждый месяц. И посмотрите, за год это 2400 круизных долларов. И вы можете отправиться через месяц, через два, когда хотите. Это те деньги, которые вам компания платит сугубо на путешествие. Плюс вы продолжаете расти. 350 вы американских получили, вы продолжаете расти. Вы благодаря программе быстрого старта уже и 2000 получаете. Вы превратили вот эту статью расхода на путешествия в статью дохода. Вот скажите мне, пожалуйста, сейчас вот мы сидим и ждем путешествия, да?
Вот почему наш бизнес так быстро растет сейчас, именно бизнес? Потому что люди сейчас вступают в клуб, чтобы быстрее наработать вот эти деньги, чтобы как только откроются границы, полноценно будут все работать, все круизные линии, чтобы у нас уже были деньги и на путешествия, и на свой карман. Вы понимаете, в чем выгода? Нам не надо доставать, искать деньги на путешествия, доставать где-то из кармана, влезать в долги. У нас они уже на путешествии есть. Один месяц $200, второй 200 круизных долларов, третий месяц еще 200 круизных, уже 600. Четвертый месяц уже 800 круизных, а положили всего 400. Это потрясающая программа. Поэтому даже гадалки не ходи, а воспользоваться этим просто, не воспользоваться этим просто грех. Но о нашем веб-офисе я вам уже рассказала. И самое главное, что у вас, когда вы присоединяетесь на полноценный пакет, у вас уже есть своя собственная реферальная ссылка на сайт. И вы спокойно ее отправляете всем. Вы участвуете во всех наших обучающих программах, вы подключены к нашим курсам, к нашим вебинарам, мы проводим еще вебинары. И все, что вам нужно делать, спросить вокруг вас людей, а тебе интересно было бы там деньги зарабатывать и так далее, сэкономить на путешествия? Интересно. Хорошо, я тебя приглашаю на презентацию. Тяжелая работа, за которую вам заплатит компания $50. Я думаю, нет. Это я тут вам рассказываю. Так что приводите людей на презентации, все будет получаться. Каким образом мы оплачиваем наше партнерство? Ну, я вам уже сказала, у нас потрясающий сайт. На сайте продумано абсолютно все. Здесь вы видите опции, которые у нас есть по оплате нашего членства. Одна из них – это полноценные 295 люди, которые хотят заниматься бизнесом и путешествовать. Вот, вторая – это вот $100, которые хотят только на путешествия приходить. Но наша практика показывает, даже те, которые приходят просто путешествовать, когда они видят вокруг себя всех остальных, которые это делают уже за счет компании или же зарабатывают уже хорошие деньги, они делают апгрейд и становятся полноценными партнерами. Не тратьте время, самое ценное – это время. Продумайте хорошо информацию, решите для себя – примите решение и двигайтесь вперед. Накопите себе эти круизные доллары, отправьтесь в путешествие уже в конце концов, к тому времени, когда будут открыты круизные линии. Здесь опции, которыми мы оплачиваем. Партнерство оплачивается с сайта. Мы никаких денег в руках не держим. Все с сайта. Либо это может быть карточка Visa, либо MasterCard, ваша друга, подруги, корпоративная, мужа, жены, не имеет значения. Либо это криптовалюта. Опции постоянно добавляются. Как только вы произвели оплату, кликнув, у вас тут же вы получаете счет об оплате, квитанцию об оплате в свой кабинет, либо на свой электронный адрес. Все счета, которые мы оплачиваем, подкреплены у нас квитанциями. Никаких других проблем у нас нет. Но самое главное, на чем я хочу остановиться, это на благонадежности компании, потому что для многих людей, которые побывали в различных передрягах, наверное, это вопрос сейчас очень важный, и много людей, которые хотели бы понимать, а, в общем-то, а чем я рискую, да, а есть ли тут какие-то риски. Хочу сказать, что компания у нас очень надежная, и вот эти оплаты, которые мы делаем за партнерство, за круизерство, регистрируясь на сайте, у вас есть всегда 14 дней, как, в общем-то, в любой нормальной, уважаемой компании, если вы передумаете отменить вашу регистрацию и получить деньги в 100% объеме обратно. Это очень важно. Вы знаете, хочу сказать, в моей практике такие случаи были, и меня это ничуть не обескураживает, наоборот, я даже как бы с гордостью наблюдала, с таким, в общем-то, довольным, таким чувством самоудовлетворения, как деньги возвращались моим партнерам обратно. Да, бывает такое, у людей случаются ситуации непредвиденные, кто-то заболел или что-то там еще, и какие-то денежные лишние траты, и иногда человек говорит, я вот сейчас выйду, а потом позже выйду. Они все вернулись обратно, потому что они видели, как компания быстро возвращает деньги. И если бы это был какой-то трики читинг компании, они бы деньги бы никогда бы не возвращали. То есть у нас 14-дневный возврат вот этих вот денег. Дальше. Очень важно всегда проверять компанию. Не просто доверять, а проверять на официальных сайтах. Здесь на этом слайде вы видите нашу регистрацию, наш высокий рейтинг Dun & Bradstreet. Это та компания, которая, в общем-то, как Forbes, она
маркетинговой компании, у нас там очень высокий рейтинг. Здесь есть у нас номер регистрации. Это все есть на сайте. Можно открыть официальный сайт Dun & Bradstreet и проверить нашу регистрацию там. Вы всегда найдете там Incruises. Дальше очень важно знать, почему у нас безопасные вот эти все платежи, которые мы себе накапливаем, потому что у нас есть страхование третьей стороны, независимого партнера, который осуществляет, осуществляет процесс, так сказать, страхования всех наших платежей, которые у нас происходят на сайте за партнерство, за круизы. О чем это говорит? Это Trust My Travel, всемирно известная компания, которая покрывает практически весь мир. И с этой компанией сотрудничают все серьезные туристические компании, должна вам сказать, в том числе Incruises. И что это значит? Это в случае гипотетического банкротства Incruises все наши деньги в 100% объеме возвращаются нам обратно. Мало того, это еще значит, что на те карточки, с которых были оплачены платежи, мало того, это еще значит, что если у вас есть круизное путешествие, почему нам в 100% объеме возвращались все вот наши рефанды тех отмененных круизов? Да, потому что если до тех пор, пока вы своей красивой ножкой не ступите на круизный лайнер, то есть не получите ту услугу, которую вы оплатили, у вас есть возможность получить возврат, если это произошло не по вашей вине, а по вине там Incruises или круизной линии. Потому что вот в это время ваши деньги, наши деньги находятся на трастовых счетах. И как только вы переступили борт круизного корабля, они уже поступают на счет круизной линии. Поэтому вот это страхование, не предоставление услуги и дает нам возможность возвращать в 100% объеме отмененные круизы, за отмененные круизы наши деньги обратно. Это очень много значит. С этим можно спать спокойно. Ни одно туристическое агентство вам таких возвратов никогда не сможет осуществить. Дальше. У нас регистрация, мы почетный член круизной ассоциации круизных линий. Это международная круизная ассоциация, куда входят все компании, которые занимаются и производством, и утилизацией кораблей, и обустройством гавани, и многие-многие другие. Но важно всегда помнить, что мы являемся единственным, первым и единственным круизным клубом этой ассоциации, это важно. У нас есть свой номер регистрации, который тоже можно очень легко проверить, открыв официальный сайт Cruise Line International Association, вбить туда этот номер и увидеть, что там, да, есть Incruises. Мало того, мы зарегистрированы как Sail of Travel в 5 основных штатах, что дает нам право работать глобально по всему миру. Это Калифорния, Вашингтон, Йова, Хавайи, и есть еще Вирджиния, номера регистрации здесь есть, тоже можно открыть любой из официальных этих сайтов и вбить вот этот штат, допустим, Калифорния, вбить туда этот номер и обнаружить, что там, да, зарегистрирован Incruises. И для того, чтобы иметь вот такую регистрацию вот в этих 5 штатах, нужно иметь безупречную финансовую, кристально чистую финансовую репутацию не только Майклу, а 3 поколениям назад, для того, чтобы вот такую регистрацию получить. Но Майкл у нас в этом отношении вообще просто ангел, потому что за всю его финансовую и бизнес-деятельность у него не было ни одного случая потерь, ни одного случая банкротства. И мы первоначально зарегистрированы как Limited Liability Company, это определенный вид компании с общества с ограниченной ответственностью в штате Делавэр. 24 августа 2015 года. Вот номер регистрации, который тоже можно официально проверить. Вот. Итак, что мы делаем? По сути дела, мы развиваем этот бизнес из уст в уста, потому что это самая эффективная рекламная деятельность. И те деньги, которые компания направляла бы на рекламную кампанию, она щедро платит своим партнерам. Мало того, еще, наверное, круче. И у нас, как вы видите, очень простой компенсационный план. Вот, и поэтому развивать этот бизнес очень легко и просто. Вот. А прослушав вот эту презентацию, задайте себе вопрос. А вы бы могли путешествовать, хотели бы вы путешествовать больше, платить меньше и даже зарабатывать? И как вы считаете, если бы вы этот вопрос задали бы кому-то из своих знакомых, что бы они бы вам ответили? Вот здесь вот и ключ к успеху. Если вы спросите любого из своих знакомых, а хотел бы ты побольше путешествовать, да? Вам ответят, да, но найдутся причины, времени нету, денег и так далее. Так вот, наш круизный клуб как раз и дает эти возможности получить и время, и деньги, и возможность путешествовать. Поэтому
Стоит только принять решение, прослушать внимательно презентацию, спросить человека, который вас сегодня пригласил на нашу презентацию, спросить его интересующие вас вопросы и присоединяться к нашему сообществу. Всему остальному мы вас научим. Это проверенная концепция, проверенный, доказанный бизнес и потрясающая команда интересных людей из разных стран. Поэтому добро пожаловать в наш круизный клуб. И я бы хотела сейчас включить сюда режим обсуждения, включить сюда наших двух замечательных людей, которые у нас в этом клубе уже достигли определенных высот. Первая – это у нас Валечка Мороз, которая просто, ну, наверное, чего только не посетила. Я не знаю, какие страны Валя не посетила, потому что как только начинаешь перечислять, она уже везде была. Вот, Валечка, вы тут? Валя, включитесь, пожалуйста. Валя, я так понимаю, что у нас проблемы с интернетом. Вали нету, значит, пусть будет Таня. Танюш, включайся сюда. Расскажи о своих впечатлениях, что тебя привело в Инкрузо, что тебе больше всего понравилось, что тебя захватило. Танюшка, здравствуйте. Хочу от всех слушателей поблагодарить тебя. Ты очень много и подробно рассказала. И, в общем-то, я подтверждаю, что это все правда. И, в общем-то, шикарное путешествие, шикарный, хороший заработок. И я вас всех приглашаю, не пожалеете. Я хочу другое немножко, чтобы немножечко как бы разбавить, немножко как бы эту информацию было многовато. Я вам скажу, что вчера мои партнеры забронировали очень интересные круизы, уже круизные линии вышли на рейд. Значит, смотрите, MMC... Магнифика 13-11 по 20-11, это ноябрь месяц этого года, 7 ночей, 8 дней. Это Венеция, оттуда формируется круиз, потом Бари, Италия, потом День в море, потом Санторини, Греция, потом Кипр, потом Конфу, Греция, Дубравник и опять возвращается в Венецию. Представляете, такой шикарный маршрут. И это всего стоит 672 круизных доллара. То есть, вы представляете, это, в общем-то, 335 долларов за такую поездку. Все включено. Очень отдохнете хорошо, развлечетесь, потому что на корабле, особенно вот корабли марки MC, они славятся тем, что там очень хороший отдых и очень хорошо воспринимают, очень вкусно кормят. Это очень красивые суда, используются для инкрустации камни натуральные, сваровские, там, в общем, очень много хорошего. А еще есть очень один хороший круиз, куда я отправляюсь. Это будет... немножечко подлиннее, потому что очень соскучилась и хочется отдохнуть. Это будет 13 ночей и 14 дней. Роял Карибен, это хороший новый «Жемчужина морей», новый пароходик, который отправится из Рима, потом на Мессину отправится в Сицилию, потом море будет, потом он отправится в Иерусалим, потом в Хайфа, потом на Кипр, потом Родос, Греция, Кушадасе, Турция и Афины, Греция. Потом еще день будет в море, опять вернется в Рим. Представляете, вот такое вот шикарное путешествие. И тоже он отправляется 14 ноября. И, в общем-то, ну, так как круиз длинный и немножко дороже, чуть-чуть дороже, ну, не так уже много, цены абсолютно нормальные, 3600 это стоит, это с балконом, и та, и другая цена, которую я вам объявила, это каюта с балконом, то есть вы представляете, это 800 долларов на такое количество времени по такому маршруту, на таком прекрасном лайнере, новейшем. Потому что «Жемчужина морей» – это лайнер, который недавно спущен на воду и очень тоже славится своими развлечениями, своим таким особенным приемом. И очень там эти роботы, которые готовят коктейли, там, в общем-то, очень много интересного. Так что, друзья, не буду вас больше задерживать. Приглашаю вас настойчиво приходить к нам. Знакомьтесь, задавайте вопросы, и, в общем-то, ждем вас
становитесь партнерами, становитесь круизерами, будем путешествовать вместе. Это очень здорово, это интересно, это захватывающе, и это лакшери отдых. Я вам говорю, мы уже были, вот это Нюша и я, мы уже были в нескольких путешествиях, и скажу вам, что оно того стоит, да? Как мы того варте, да, есть такая украинская. Да. Поэтому всех приглашаем. Все, на этом я закончу. Если есть вопросы, готова ответить. Да, задавайте вопросы, но я думаю, что уже рассказано абсолютно все, вопросов не должно быть вообще. Спасибо, Елена написала, спасибо за презентацию, очень профессионально. Спасибо большое, стараемся, растем вместе, вместе с вами. Самое главное, что вам, в принципе, нужно только на презентацию приглашать своих людей для того, чтобы начать зарабатывать первые деньги. Да, каждую пятницу мы проводим, и добро пожаловать, 8 часов вечера, приглашаю, приходите сами, приглашайте своих знакомых, друзей. И будем вместе путешествовать и вместе зарабатывать. Все, добро пожаловать. Презентация супер, спасибо большое за признание моего профессионализма. Начинала точно так же, не знала, два слова связать не могла. Спасибо большое. Вопросы всех своим людям, которые вас пригласили, или мне, или Таня, мы всегда на связи. И помните, это команда, это командная работа, вообще потрясающее путешествие всем вместе. Вы не останетесь одиноки во Вселенной. Да, а я вам скажу, что сейчас, в настоящее время, окружение это дорогого стоит. Это 50% успеха вас и вашей жизни, это ваше окружение. Как бы вам ни казалось странно, 10% всего знания, 50% окружения, а все остальное там делится на подкасты. Так что... Хорошие, ждем вас в своей дружной семье, круизера. Да. И встретимся на Бора-Бора, пора уже на Бора-Бора. Мы готовы, мы готовы. Все, ребята, всем пока. Пока-пока.